Ребята, убедитесь, пожалуйста, то, что под этим видосиком кнопка подписки не красная, а серая. Это значит, то, что вы подписаны на мой канал. Только самые крутые ребята подписаны на мой канал. Поэтому подписывайся, дружище, обязательно, если ты еще не подписан. И помни, то, что ты самый лучший. А чё происходит? Чё происходит? Чё происходит? Чё это? А чё это такое? Уверен, подфартит наши постели. Портативный мини-стрейлер, два пути, корпоратив или квартирник. Привет-привет, друзья! У меня Кекс, Мультипульти, всем вкусняшек и мороженых. И сегодня у меня новые приключения аниматроников. Да, друзья, офигительные приключения. Итак, смотрите, за главу у меня Фредди Фазбер, да, крутячный, помогает ему Бонни. Бонни, как дела? Вообще нормально! Так, смотрите, Твистед. Энардик крутой, да. И... Дредбер вместе с кошмарной Манго. Итак, смотрите, друзья. Все знаете, что пропал той Фредди. И Чика собрала сейчас на его яхте всех аниматроников, чтобы выработать план по поиску той Фредди, да. И сейчас, мои аниматроники, отправляемся сейчас на яхту, да, друзья. И посмотрим. Может, что-то придумаем, как найти той Фредди, друзья. Так, поехали, друзья. Так, мне интересно, Бонни, ты вообще рэп слушаешь? Вообще-то, я в рэпе соображаю, в отличие от некоторых. Интересно, друзья, и какой же ты рэп слушаешь? Вообще-то, я, ну там, Окси, Фейс иногда слушаю, да, ну классику. Какую классику, нифига себе. Ты чё? А именем? Именем никто не отменял. Нифига себе, держитесь. Вот это да, именем. Ладно. Тихо, держитесь. Потеряли аниматроников. Нифига себе. Бонни, ты чё, рэпер? Ну как, я люблю слушать рэп. Если хороший рэп, почему бы не послушать? Подожди. Так, садитесь. А чё ещё ты слушаешь? Вообще-то там... Слава КПСС, знаешь? Знаю. Вот Слава КПСС не нравится, да. Ну и там еще пару человек. Молодец. Вообще-то Фредди Фазбер знает чуть-чуть, может Оксимирона зачитать. Нифига себе, а ну давай. А ну-ка, друзья, сейчас Фредди Фазбер зачитает рэпчик. Да, давай, зачитай, Фредди! Давай! Я тебе сейчас биточек подкину! Давай! А ну давай! Друзья, сейчас будет рэп. Фредди Фазбер будет рэп читать. Офигеть! Дон ли Волга летичок, и котомку на плечо. Боль в груди, там тайничок, открытый фонка, не ключом. Сколько миль еще? Перелет коробки был не в счет. Долгий пыльничок, фургон набит коробками, смерчом. Верим, подфартит наши постели. Портативный мини-стрейлер, два пути, корпоратив или квартирник. Схемы однотипные, все теперь МС. Ведь смену парадигмы здесь достигли, смену парадигмы. Тебе рэп многопартийный, батлов наплодив. Я смотрю в зеркало по типу, сколько бед наворотил. Весь мой рэп, если коротко, про то, что уж который год, который город под подошвой. В гору, когда прет, потом под гору, когда тошно. Я не то, что Гулливер, но все же город под подошвой. Город под подошвой, город под подошвой. Светофоры, госпошлины, сборы и таможни. Я не знаю, вброд или на дно эта дорожка. Ты живешь под каблуком, у меня город под подошвой. Офигеть! Нормалек! Так, ладно, друзья, хватит рэп читать. Офигеть! Ну как тебе, рэпчик? Как тебе, рэпусик? Нормально. Для первого раза покатит. Так, друзья, давайте не отвлекаться. Рэпчик это рэпчик. Садитесь так, все садитесь. И, друзья, сейчас мы должны выработать план. Нам нужно найти той Фредди, да, друзья? Так, едем на кораблик. Сейчас, наверное, все там думают, придумают, как найти той Фредди. Сейчас посмотрим, кто там думает. Так, а ну-ка.
Народу! Ого, сколько народу! Нифига себе народ, ты видел? Нет, ты глянь, сколько народу, а ну кто там? Сейчас мы глянем, кто там припёрся! Так, а ну давайте залазьте, Мангл, Дредмер, Бонни! Идём, идём! Так, а ну, друзья, сейчас я гляну. Опупеть! Офигеть! Это чё? Ого! Чё-то я не вижу, чтоб они думали, они все танцуют! Так это вечеринка, да? Так, капец, спринтрапы! Офигеть, Фредди Фазбер зелёный! Бонни той! Дедуля Бонни! Нифига себе, чё за вечеринка? Голден Фредди! Плюш! Офигеть, так это свой! Чё за дела происходят? Ого! Ля, вы тут это туса! Леди Баг! Ля, Биби! Олд аниматроники, кошмары! Ля, Фредди, стареучий! Чё за дела? Чё вы не думаете? Визеры Чика, ля! Рокстеры! Марионетка, здорово! Ля, Фантай Фокси! Бонни Визеры! Вы чё? Ля, все тусуются! Фантай Фокси! Рокстер! Офигеть! Балун, здорово! Здрасте! Капец! Нифига себе, что-то они тусуются! Прикольно! Так, а на втором этаже, ля, и пацанчики! Ладно, может и нам чуть-чуть потусоваться? Вообще-то можно чуть-чуть тусануть и всё! Так, друзья, ладно, давайте музычку сменим! Сменим музычку и... Что происходит? Кто-то напал на нас! Кто-то напал! Что случилось? А что происходит? Что происходит? Что происходит? Что это? А что это такое? Что случилось? Я в шоке, я не понял. Что случилось, друзья? А что случилось? Что? Кто нас атакует? Кто это? Да блин, что происходит? Офигеть! Вот это да, кто на нас напал? Я не пойму, кто на нас напал. Да ну кто? Офигеть, друзья! НЛО, летающие тареляки! Инопланетные гадские, блин! Офигеть, смотрите! Офигеть, она с этой, с воды вылетела! И в воду полетела! Вот это жесть! Я в шоке! Ладно, надо их гасить, друзья. Давай, Фредди Фазбер, друзья! Офигеть! Смотрите, она в воду залазит, ля! Вот где прячутся инопланетяне, я никогда не знал! Они чё, в воде живут? Они чё, в воде живут? Как такое может быть? Получи! Гаси её, Фредди! Получи! Капец, давай, Фредди Фазбер. Друзья, есть, подбил, офигенно. Так, давайте сейчас, друзья, сейчас вот еще получите. Капец, они напали на мой кораблик. Получи, есть, получили. Зеленорылые. Есть, друзья, блин, отлично. Только аниматроников все грохнули сейчас, друзья. Сейчас я заберусь на второй этаж. Посмотрю, нет ли еще инопланетян. А ну-ка. Блин, сейчас я возьму вот эту штуку. Иначе опасно. Так, сейчас я гляну. Вроде нету. Вроде отстрелялся. Блин, есть. Получи. И вон еще. Да блин. Откуда они берутся? Откуда они берутся? Получите. Капец, инопланетяшки напали. Друзья, может это связано с той Фредди? Может это как-то связано с той Фредди, что он пропал? Друзья, той Фредди пропал, уже нету его целую неделю. Может его... Его инопланетяне похитили, скорее всего, точно! И они теперь хотят похитить всех других аниматроников. Да, друзья, отойдите, Бонни! Капец! Я ненавижу инопланетян! Ну... Ля, прячется. Опять спряталась под воду, ты видел? Сейчас я возьму другую
Ружбаечку, друзья, ну все, достали! Инопланетяшки, получим! Давай, 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 Фредик, давай, 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 получим! Давай, давай, еще разочек! Гасанем, так гасанем! Вот так вот, молодец, еще давай, давай, давай! Ведем точный огонь, друзья, есть! Попали! Ага, получили! Так, еще одна, друзья, еще одна! Еще зеленомордые инопланетяшки, друзья. Сейчас я с ними разберусь. Давай, гаси. Давай, гаси. Вот так вот, молодец. Попал, попал. Нет, не попал. Ладно, ничего, ничего, сейчас. Давай, давай, Фредик, давай, друзья. Офигеть, инопланетяне вылазят из воды. Честно, я вообще не в курсе, как это происходит. Я думал, они прилетают. А они, оказывается, под водой живут. Они здесь, наверное, давно приземлились и хотят колонизировать Землю. Капец. Давай, Фредди, гаси их. Есть! Есть! Офигеть! Вот это жесть. Друзья, Фредди подбил 5 летающих тарелок. Круто, друзья. Ну чё, если вам понравилась эта серия про приключения аниматроников, про НЛО, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, напишите крутой комментарий, если хотите попасть ко мне в видосик «Царский комментарий». С вами был я, Кекс Мультипульти. Подписывайтесь, ставьте лайки и все такое. Всем счастливо, всем покедова!